пане Сергію, то от, а як от, я думаю, що у вас були такі ситуації, ви розумієте, як з цим працювати, якщо, наприклад, є орендарі, і які можуть бути наслідки, якщо орендарів не виселити перед договором про куплю-продаж. Тобто, я думаю, що нашим глядачам потрібно розуміти, якщо не зробити оце виселення тих, хто орендує квартиру, яку ви намагаєтесь, умовно, купити, тобто, які можуть бути наслідки цього? Совсем полностью согласен и с практическим, и с теоретическим аспектом, то, что коллега говорила. Могу привести примеры из практики, почему сейчас с арендаторами тоже усугубилась ситуация. До недавнего времени судебная практика шла по такому пути, что да, преимущественное право у арендатора есть на покупку, но в отличие от преимущественного права второго собственника, нет в законе порядка его реализации. Вот буквально в 2018 году тоже Верховный суд сказал, ну нет порядка, значит будет аналогия. И в таком же порядке, как у сособственника, переводят права покупателя на арендатора. Опять же, это крайне страшно, когда вы занизили... Теперь зараз людскую мову, да, На конкретном примере. Я продал квартиру человеку, но были арендаторы, вы у меня арендовали квартиру. Мы продали, опять же, занизили немножко стоимость. Вы смотрите, о, за 100 тысяч, так я эту квартиру за 100 тысяч гривен сам бы купил. Да. Вы вносите в суд на депозитный счет суда 100 тысяч гривен и просите перевести на вас права покупателя. И суд это делает. То есть собственником становитесь вы за 100 тысяч. У нас спор, конфликт между собой. Мы достаем расписки какие-то, что мы друг другу там под столом что-то давали. Все, ну уже поезд ушел, уже квартира у вас. За 100 тысяч гривен, за которые мы указали в договоре. Я условные цифры называю, просто для понимания. Согласна с вами. А расписки это вообще отдельная тема для разговора. То есть это, да, к сожалению, беда такая. То есть, ну, по поводу арендаторов. Теперь другой аспект. Вообще, человек слушает и задаст вопрос. А как вообще узнать, что есть арендатор? Ведь у нас... вносятся в реестр только договоры аренды на срок, со сроком действия, в обязательном порядке вносятся, 3 года и более. Соответственно, остальное по желанию сторон, но я на практике не видел, чтобы люди желали добровольно зарегистрировать аренду. То есть, как понять, что есть договор на год, который может абсолютно нормально действовать? Это, опять же, прийти, ну, то, что посмотреть квартиру, это одно, их могут попросить на это время уехать и сказать, что мы живем. Идеальная ситуация, понятно, сейчас могут люди говорить, ну так не бывает, иногда там люди реально живут. Вот, никакой справки не получишь. Идеальный вариант – это арендовать квартиру у людей на месяц и потом с выкупом. То есть, чтобы она была чистая, чтобы вы фактически вселились туда до момента покупки. Я понимаю скепсис там возможных... С практической точки зрения это практически нереально. Ну, собственники навряд ли на это пойдут. Собственники, ну, не всегда вот понятно. Честно, мы говорим, нет, мы говорим, честно, к чему стремиться. Да. И, ну, стремиться, да, можно, примеров много. На практике у нас были такие... Опять же, да, хорошо, не получается так. Мы говорим, от максимума дальше идем. Не получается так, прийти под любым предлогом несколько раз, прийти потом незапланированно туда, прийти посмотреть. Поговорить с соседями, поспрашивать, навести справки, конечно. Это все делается. И обычно, когда люди ходят на просмотры, и дверь открывают какие-то люди, тот риэлтор, который, ну, профессионально работает, да, он уже заранее все узнает у собственника, и он уже знает, есть там арендаторы или нет. Другое дело, что в качестве арендаторов могут быть какие-то родственники, могут быть какие-то моменты пикантные, там какие-то знакомые, друзья, которые там, им негде, ну, они приехали, негде было жить, попросили остановиться, пустая квартира, пожалуйста, пустите. Не вопрос, но просто позиция покупателя на момент сделки, пожалуйста, будьте любезны, мы перед сделкой хотим посмотреть пустую квартиру. Пустую квартиру посмотрели перед сделкой, вышли на договор купли-продажи, тут же вернулись, поменяли замки. Все. Все. От это от фактических арендаторов, назовем это так. От юридических арендаторов нас не защитит ничто. Вот отвечаю на ваш вопрос конкретно. Не существует реестров договоров аренды. Не существует организации, которая выдаст вам справку. Эта справка будет защитой на все случаи. То есть появится договор аренды уже в простой письменной форме. И действительно никто ничего не поделает. Ну, они его заключили, но он лежит, этот договор. Выцветает себе. То есть его принесли, да. Ну, тобто, защитить из этой ситуации, нужно одним способом. Дивитись пункт 1.
занижайте стоимость. Не занижайте стоимость, да. Здесь я тоже, я всегда рекомендую клиентам. Ну, понимаете, недвижимость – это такой товар, на котором нельзя экономить. Ну, нельзя экономить. Это не килограмм картошки, это не килограмм конфет. Это капитал семьи, да, это все деньги семьи. И на таких вещах не экономят, потому что под удар ставится вся семья. И здесь надо быть очень внимательными, здесь надо искать специалистов, которые, ну, действительно специалисты. И нельзя пренебрегать какими-то мелочами, потому что это очень важно.